Hey everybody, today Seva is with you and welcome to the channel where I share with you my experience in learning English. And our topic today will be English grammar, or rather prepositions of time in English for beginners. I think this video will be useful for you. If so, then subscribe to this channel, click on the like under this video and share with those videos with your friends. And also don't forget to click on the bell to keep abreast of new videos. But if you're ready, then I start. Всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Сева, и добро пожаловать на канал, где я делюсь с вами со своим опытом в изучении английского языка. И сегодняшняя наша тема будет грамматика английского языка, а точнее предлоги времени в английском языке для начинающих. Думаю, это видео будет полезным для вас. Если да, то подписывайтесь на этот канал, нажимайте на лайк под это видео и делитесь с этими видео со своими друзьями. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ну а если вы готовы, то я начинаю. Итак, предлоги времени в английском языке. Предлоги времени в английском языке – это in, on, at. Самые основные для начинающих. Это у нас часть вторая. Спросите, почему это часть вторая? Ведь мы не проходили предлоги времени до этого. Я вам скажу, ребята, мы проходили с вами предлоги места в английском языке тоже. In, on, at. А сегодня будем проходить предлоги времени в английском языке. Те же самые предлоги in, on, at. Как я уже вам сказала, сначала мы изучали предлоги места in, on, at. То есть это было первой частью. А теперь мы с вами узнаем про предлоги времени в английском языке. Эта тема несложная, очень простая. Главное – внимательно слушать. Займет несколько минут. Итак, давайте приступим. Предлоги времени in, on, at. Вот вам все просто. Сейчас посмотрим. Давайте взглянем на таблицу. Вот это все. Эта вся таблица написана вкратце, да, когда и где использовать предлог in, at, on. Значит, смотрите, предлоги времени in, on, at. In плюс период, какой-либо период, к примеру, утро, день, вечер или же ночь. Мы будем использовать in к какому-то, добавляем к какому-либо периоду, к примеру, in the morning, утром, in the afternoon, днем, in the evening, вечером, at night, ночью. At night – это у нас исключение. Думаю, это понятно. Когда же мы используем at? At плюс точное время. К примеру, смотрите, в 5 часов, в 7 часов – это у нас точное время. В полночь также считается точным временем. Значит, смотрите, at 5 o'clock – в 5 часов. At midnight – в полночь, at noon, в полдень. Значит, at мы используем в точное время. Когда же мы используем on? То есть предлог on мы будем использовать плюс какой-либо определенный день. Это может быть понедельник, вторник, среда и так далее. Значит, смотрите, on Monday, в понедельник, on Tuesday, во вторник, on Wednesday, в среду, on Thursday – в четверг, on Friday – в пятницу, on Saturday – в субботу, on Sunday – в воскресенье. А вот weekends – выходные – мы не будем говорить on weekends. Мы скажем at weekends. Это британский вариант английского языка. А вот американский вариант мы скажем on weekends. Это будет правильным. Так как здесь мы будем изучать американский вариант английского языка, мы будем с вами учить on weekends. Это не будет считаться ошибкой. Но если среди вас есть, кто хочет изучать британский, то для вас будет at weekends. Думаю, понятно. Но все-таки давайте быстро пробежимся. Повторим опять-таки. Значит, предлог in плюс отрезок времени. Утро, день, вечер. Исключение также здесь есть. On that morning. Мы не скажем in that morning. Мы скажем on that morning, в то утро. On Friday morning, в пятницу утро. On the morning of the 22nd of June.
утром 22 июня. On the morning of the 22nd of June. Утром 22 июня. Значит, это слова или же эти предложения, они являются исключениями. Будем использовать on, а не in. Думаю, это понятно. Дальше, смотрите, второй – это предлог at. Как я уже сказала, предлог at плюс точное время. К примеру, at 5 o'clock – в 5 часов. Но также здесь есть исключение. At night – ночью. At the beginning of spring – в начале весны. At the end of autumn – в конце осени. Хоть и здесь не точное время, но все равно эти слова являются исключениями. Так что, когда мы хотим сказать, к примеру, в начале весны, мы не скажем, то есть, ребята, мы скажем at the beginning of spring, не скажем in the beginning of spring или же on the beginning of spring, мы скажем at the beginning of spring, at the beginning of spring, в начале весны. И последний наш предлог – это предлог on плюс дни недели. On Monday – в понедельник, on Tuesday – во вторник, on Wednesday – в среду, on Thursday – в четверг, on Friday – в пятницу, on Saturday – в субботу и on Sunday – воскресенье. И смотрите, исключение at the weekends. Это исключение является для тех, кто изучает британский вариант. А кто изучает американский вариант, мы просто будем говорить on the weekends, без никаких исключений. Ну вот видите, ребята, вот мы с вами быстренько познакомились с этой темой. Думаю, видео было полезным для вас. Если да, то обязательно делитесь с этими видео со своими друзьями, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайки под это видео. До скорых встреч, ребята. Пока-пока.